Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Извините, где здесь можно такси взять? Такси? Да какое такси? Дорогу размыло. А полицейский участок далеко? Ну, это смотри, как идти. Если напрямую, минут 15, но там лужа. А если хочешь нормальную дорогу? Ой, ладно, что, я лужу не обойду. Куда идти? Спасибо. Андрюша Казановский. Я. Есть? Да. Кати Малышевой. Нет. Нету. Вася Никитюк. Я тут. Рома Сушко. Есть. Что ж у нас столько отсутствующих-то, а? Да, в этом году какая-то природная аномалия. Кто пойдет к доске разбирать домашнюю задачку? Можно я? Я сам решил. Молодец. Иди. Я обещаю на этой неделе всем выплатить зарплаты. Да сыты мы уже по горло вашими обещаниями. И вообще, какие гарантии, что мы получим свои заработанные деньги? Мне невыгодно с вами ссориться. Моя зарплата зависит от вашей работы. Ладно, черт с вами. Послушайте, ну если вы еще раз обманете, я соберу своих ребят и больше мы на смену не выйдем. Договорились? Ну и чудесно. Все, ребят, за работу! Пошли! Виктория Сергеевна, мне бы тоже зарплату получить. Здравия желаю. Спасибо, что встретили. Здрасте. А ты кто? Конь в пальто. Ваш новый сотрудник, лейтенант Терещенко. Ясно. Вы не в курсе? Начальство есть? Так это... Олег Сергеевич в выходной, он на рыбалку уехал. В среду? Зашибись, расслабон. Связаться с ним можно? Еще попробуем. Он вне зоны. Так, а вообще есть кто-нибудь? Есть. Я. Петр Петрик, сержант. Дежурю сегодня.
Алексей. Так, сержант Петрик. Как ты думаешь, жить я где буду? В смысле? Ну, мне бы переодеться, я не знаю, душ принять, поесть, в конце концов. Ну, что они мне... В общаге я буду или они мне квартиру сняли? Да ты что, какая общага? У нас местные все. А если бы квартиру сняли, я бы знал. Ясно. Кофе найдется хотя бы. А заварного я, конечно, не мечтаю. Чай есть. Какого ж ты не вывез все, пока дожди начались? Дождешься, всплывет. Что мы здесь делаем? Посадят. А что я бы вывез. Так рабочие все перекрыли, зарплату требуют. Так заплати этим активистам, пускай по домам валят. Все я платить буду, денег нет. Твою мать, где мозги есть? Опять онлайн-казино. Ну, бать, хорош. Надоело. Надоело тебе жопу подтирать. Я тебя директором сделал? Сделал. Дешевую электроэнергию дать? Дал. Тебе ничего делать не надо, только контролируй налаженный мною процесс. По прогнозам ливни не сегодня-завтра закончится, а я все вывезу. Не кипишу. Течет. Везде течет. Антон, ты мой сын. Я тебя очень люблю, но ты полный осел. Бать, ты чего? Это тебя, наверное, на Катюхино место прислали. Выходит, что на Катюхино. Была тут одна из области. Вся из себя такая. Не выдержала, сбежала. От чего именно? Не выдержала. Так она бандитов хотела ловить. А какие у нас тут бандиты? Эти уже все давно сидят. А тут у нас максимум что? Пьяный мордобой у ларька. Да и все. За не боись, мы найдем чем заняться. На рыбалку поедем, шашлык забацаем. У нас знаешь, какие пляжи. А девчонки? Да. Видел я ваших мисс Новое Пламя. Петя, спасибо тебе за чай. Чай, кстати. О. За разговор душевный. Спасибо. За тепло. Пойду я. Лех, куда ты пойдешь? На автостанцию, Петя. Пойду. Так что, сайонара, сержант. Удачной службы. Антон Николаевич, мне зарплату платить нечем. У меня на счетах ноль. Виктория Сергеевна. Кто? Если по поводу трещин, у меня не до этого. А если они возникли вследствие запуска нового гидроагрегата? Вы считаете, что вы умнее меня? У меня проблемы поважнее. Так, вот. Это моя докладная записка. Здесь все технические документы. И учтите, я за ваши ошибки отвечать не буду. Я уверена, что трещины появились до реконструкции. Марина Петровна, а что это за самодеятельность? Валентин сказал, что вы подбиваете учителей на онлайн-обучение. Да нет, я... Никого я не подбиваю. Я просто предложила заниматься с детьми онлайн. Так знаете, я ни копейки за это не заплачу никому. К тому же у большинства наших учителей есть семья и дети, в отличие от вас. Поэтому в свободное от работы время занимайтесь личной жизнью и не лезьте в жизнь других людей. Геннадий Иванович, здравствуйте. Да, здравствуйте, Эльвира Павловна. Привет. О, привет, пап.
Ничего, как у тебя дела? А я сегодня по математике и природоведению 12 баллов получила. Ну, молоток. А кружки у тебя есть сегодня еще? Да, есть, но только я на них опаздываю. Да, ну так бегом, бегом, бегом. Давай, все, иди. Все, пока, пап. Давай. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Геннадий Иванович, а что-то вы давно ко мне не заходили. А нам надо обсудить взносы на ремонт школы. Взносы? Да. Ну, я обязательно заскочу на днях. Обязательно. Я буду ждать. Слушай, тут такая засада, наш охотничий домик затопила. Может, сегодня у тебя встретимся? Ген, ты знаешь, не надо было все это начинать, пока ты официально не разведешься. Да нас уже давно должны были развести. Просто здание суда затопило, заседание перенесли. Вот и все. Ген, ты что делаешь-то? Пожалуйста, ну, давай встретимся. Я очень по тебе соскучился. Ну, давай. Ген, ну я... Я не могу. Гена! Сюда? Да. Да. Ладно, приходи. Только чтобы тебя никто не видел. Хорошо? Когда вы к нам приедете? Да я понимаю, что у вас там все еще хуже. Алло! Коля, тебя под мэрией жители подтопленных домов митинг устроили. Ты делать что-то собираешься? Я делаю все, что могу. В МЧС позвонил, в область позвонил и... Коля, не звонить надо, а действовать, причем быстро. Потому что вынесу тебя из этого кабинета к чертям собачьим. Я не для этого тебе пост мэра обеспечил. Значит так. Первым делом. Обеспечить жильем пострадавших. Где я его возьму? Временно поселить в гостинице. Она же частная. Коля, ты мэр или кто? Пользуйся своими полномочиями. Ты не сиди здесь, как кабинетная крыса, иди к людям, разговаривай. Объясни, что не Мария во всем виновата, а Виктория с ее гидрорешениями, что из-за нее затянули реконструкцию ГЭС, и поэтому полгорода сидит без света. Фабрику остановили, работать негде, вот куда надо идти митинговать. А не орать здесь под окнами. Ты понял меня? Понял, Аркадий Семенович, сделаю. Молодец. Достала эта Виктория. Никогда никого не слушала. Главное, одна она всегда права. Она стерва, увольняйся, пусть сама со всем разгребается. Да, конечно, увольняйся. Это тебе легко говорить, у тебя муж мэр. Можешь вообще всю жизнь не работать, а я всю семью на себе тащу. Генка вообще ни черта не делает. Пропадает целыми днями где-то. Чай, кофе будешь? Чай. Пароль на телефон поставил. Появился у него кто-то. Крис, ты что, он тебя любит? Может, он себе работу ищет, тебе заранее говорить не хочет? Да, конечно, у нас в городе вакансии. Завались. Привет. Как всегда? А я думал, ты уже уехал. Уедешь от вас. Дороги размыло.
Автобусы отменили, частники везти отказываются. Единственный шанс завтра утром попутку. Понимаете? Эй, можно я тебя переночую? Да не, Люх. Прости, вообще не вариант. Сам у родственника живу. Да, да. Значит, придется дожидаться тут. Мы только до 12 работаем. Петя. Обезьянник. Отделение свободно. Да ну. Так, короче. Обезьянник отставить? Есть идея. Погнали. Погнали. Слышь? А, не вовремя ты, конечно, приехал. Вообще у нас места классные. Вот дожди пойдут, сам все увидишь. Там, между прочим, из столицы даже люди в отпуск приезжают. Какой в отпуск? Вам только в ссылку. Понятно. Значит, тебя сюда сослали. Я сам решил. Я понял, Виктор Ильич. Проведем разъяснительную работу. Научим, накажем. Да. Леша, что ты натворил? Какого ты туда полез? Михаил Юрьевич, ну не мог спокойно смотреть, как они отцовский СТО отжимают. Я еле отмазал тебя. Спасибо. Значит так, поедешь в область, посидишь там. Проявишь себя положительно, потом мы поговорим о твоем возвращении. Что, пленка проявляться, что ли? Куда? В Новое Плавни. Рассказывай. Привет, Марин. Привет. Знакомься, твой новый постоялец. Здрасте. А я комнату больше не сдаю. Ну классно, чё? Погоди ты, Лёха. Марин, слушай, ну, может, введи исключение, а? Это Алексей, наш новый сотрудник, из столицы приехал, а жить негде. Петь. Я, поверьте, сам не в восторге. Только на одну ночь. А ты что, кого-то ждешь? Нет. Ну, так в чем проблема? Ладно, проходите. Ну, да и отлично. Все, Лех, давай, без завтра. Спасибо. Вы знаете, вы меня извините, я... Я понимаю, что совершенно не в тему, и... В конце концов, сорвал вам свидание. Свидание? Да не что, какое свидание? Ко мне просто подруга должна была прийти в гости, вот и все. На романтический ужин при свечах? А что здесь такого? Мы что, не можем поужинать в красивой обстановке? Нет, можете, конечно, да. Просто неожиданно. Вы комнату смотреть будете? Непременно буду. Ну вот. Здесь вы будете жить. Ну, не люкс, конечно, но... Между прочим, я вам свою комнату не навязываю. Не нравится? Ищите что-нибудь другое. Кто вам сказал, что не нравится? А если у вас еще можно принять душ горячий, то это вообще не дома, а мечта. Можно. Только кран плотнее закрывайте, он мне подтекает. Хорошо. Скажите, а подруга у вас симпатична? Ванна там.
Любимая, у нас все в силе. Я уже рядышком, так что давай, открывай. Ген, извини, но я сегодня не могу. А почему? Ко мне просто подруги пришли в гости. И боюсь, это будет надолго. Ну, слушай, ну жаль. Я так настроился. Ген, я знаю. Прости, пожалуйста, так вышло. Ну ладно. Давай тогда завтра. Да, да, конечно, конечно, давай. Да, до завтра. Ужина не будет, да? Нет, не будет. У подруги изменились планы. А может быть, вы меня покормите? Хотите есть, покупайте продукты и готовьте себе сами. Хорошо, скажите мне телефон, я закажу суши или пиццу. Не подскажу. Знаете что? Я заплачу вам за ужин. Простите, я умираю с голоду. Ладно, ешьте, не выкидывайте это все. Спасибо. А вы не отужинаете вместе со мной? Нет аппетита. Вы ждали любовника. Шифруйтесь, потому что он женат. Что ко мне прицепились? Нет у меня никакого любовника. Ну, просто одинокая барышня. Вкусно. Со своей жилплощадью. В маленьком городе. Или что, у вас настолько плохо с мужчинами? Знаете что, вы ешьте, идите комнату, пока я вас не выгнала. А, и, да, кстати, перестаньте ходить по моему дому в одном полотенце. Извините, мадемуазель. К следующей трапезе я обязательно постараюсь раздобыть смокинг. Очень смешно. Зачем ты это пойло дешевое купил? На что хватило, то и купил. Ты мне мало денег оставляешь. Тебе сколько не оставь, все мало. Слушай, Ген, я не Рокфеллер. Я инженер. И пашу как проклятая. Ну, давай. Сейчас возьми при ребенке, скажи. Так, чтоб он слышал. Давай, скажи, что я сижу у тебя на шее. Ген, скажи. А ты домом занимаешься? Когда ты в последний раз забирала Ромку со школы? Ром, вспомни, пожалуйста, когда мама забирала тебя со школы. Гена! Вспомнил? Мамуль, я тебе приготовил рисунок. Да, ну откуда, конечно. Маша! О! Марина! Марина Петровна! Какой здесь пароль Wi-Fi? Какого Wi-Fi? А я так и знал, что в вашей глуши нет никакого Wi-Fi. Конечно, куда уж нам дикарям-то. А скажите, пожалуйста, как вы коротаете долгие дождливые вечера? Книжки читаю. Учитель. Ой. Спасибо, солнышко, очень красиво. Да, прям Пикассо, молодец. Ты поел? Да. Иди, уроки делай, я сейчас приду. Хорошо. А ты забыла, когда я семью обеспечивал? Уже взяла, забыла, да? Ну, конечно.
Пока Геночка возил тебя отдыхать, пока Геночка покупал тебе крутые шмотки, пока Геночка по 3 часа сидел и ждал, пока ты сделаешь свой маникюр. Геночка был... Геночка был очень хороший. Имей в виду, это из-за твоих гидрорешений у меня нет работы, поняла? Гена, да у тебя вокруг все виноваты. Правительство, гидрорешение, дожди, значит так. Нет денег, иди зарабатывай. Не можешь зарабатывать, не трать. Оценить то, что я делаю для семьи. Ценить не надо? Или тебе нравится постоянно меня унижать и упрекать? Ген, я тебя ценю. Правда, и... Просто ты какой-то... Другое в последнее время, понимаешь, чужой. Я не знаю, что с тобой. Да нормально все со мной. Да. Да у тебя просто какая-то паранойя. Ты совсем стала истеричкой на своей этой работе. Вообще нормально, Вино. Очень даже. Не забывайте радио с телевизора. Старые плавни. Сейчас абсолютно тихо, вот она едет. В чем дело, граждане? На работу приехал. А полгорода без работы из-за тебя. Ты в курсе? Фабрика стоит, света нет, денег нет. Что делать будем? Послушайте, я вас понимаю. Поверьте, реконструкция затянулась по объективным причинам. Но мы делаем все возможное. Так, послушай, ты это своим батракам втирай. Нам втирать не надо. Если фабрику не запустят, мы твои гидрорешения нафиг разнесем. Ты усвоила? Так, усвоила меня? А ну, давай работай! Работай служебно! А ну, разошли! Отражать таких правил! А ну, отпусти меня! Сейчас встань! Куда поехал? Разошли! Куда поехал? А ну! Марина! Почему вы меня не разбудили? Ну, во-первых, вы меня не просили. Допустим. А во-вторых, в вашем телефоне есть будильник. Или вы не знали об этой опции? Он не сработал. Ну что, мне мастер-класс провести о том, как его включать? Спасибо. Не надо. Что мне теперь делать? А на работу не хотите сходить? Для разнообразия? Может, и схожу. Может, вы меня завтраком угостите? Как только смокинг наденете. Рука, быстрее!
Влад, снимай куртку. Снимай. Умничка, молодец. Да, извините, пожалуйста. Мне... Давай, беги. Пока, пап. Беги. Просто сегодня проспали. Мы тоже. Ну что, мы сегодня встретимся. Я надеюсь, твои подруги не припрутся. Ген, понимаешь, дело вовсе не в подругах. У меня появился жилец. Он тоже работает в полиции, ему просто некуда было пойти, и я его приютила. Извини. Здравствуйте. То есть, подожди. Ты мне вчера соврала? А ты до сих пор женат. Подожди. Мы спим в разных комнатах. Нас скоро разведут. И тебе нечего ревновать, слышишь? Нечего. Тебе тоже. Лёш, ну ты прости, что так вышло. Ваш Михаил Юрьевич хоть бы маякнул, что ты сразу к нам рванешь. Я бы тебя лично встретил. Да, ничего, это с ним бывает. Я уж решил, что зря приехал. Да ты чего? Нам толковые люди, знаешь, как нужны. У нас... Петя тебя, кстати, ведет в курс дела. Ну, иди. Понял. Да, Виктория Сергеевна? Я требую от вас решения моего вопроса. Простите. А каких мер вы от меня хотите? Состава преступления нет. Вас не избили, не ограбили. Ну, просто постояли, покричали под воротами. И что? И все. Вот случится что-то серьезное, тогда обращайтесь. Когда они начнут камни бросать, не помашение, а по мне? Вы преувеличиваете. Где они камни в нашей грязи-то найдут? Спасибо, успокоили. Лёх, и чё? Остаёшься? Ну, допустим. Слушай, Петя, а имеется ли в нашем распоряжении какой-нибудь транспорт? Имеется. Так. Только он не на ходу. А давай я посмотрю. А ты чё, шаришь? Вырос на из того. У отца своя мастерская была. Мы с него по тачкам фанатеем. Вот наша лошадка. Глазастенькая. Ну, пойдем. В зубки посмотрим. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания, до завтра. До свидания. Эльвира Павловна, я же сказала, помещение завтра. До свидания, Марина Федоровна. До свидания. А, не можешь говорить? Я думал, у тебя уроки давно уже закончились. Слушай, приезжай ко мне. Ромка до 5 будет на кружках. Мы с тобой посидим, поговорим. Я прошу тебя. Ты с ума сошел? Так нельзя. И потом, что скажет завуч, когда придет в ваш кабинет? А, ты имеешь в виду Кристину, что ли? Ну, так она до вечера на работе. Ну, так что? Ты знаешь, я, правда, я ей все рассказал. И что она сказала? Нормально. Она ждет развода, так как и я. Все очень удачно складывается. Приезжай. Что, жить будет? Будет. Я думаю, что еще
Ну, а с тобой ты уже раз. Да, Джин. Да вы что? Ну хорошо, я вечером заскочу. Угу. В смысле сейчас? Ладно, сейчас буду. Слушай, Лех, короче, ты тут давай доделывай, а мне тетке своей подскочить надо. К ней кто-то на чердак ломится. Угу. А есть предложение встречное поменяться? Ты зачистишь свечи, а я с людьми пойду разберусь. Ну хорошо. Приречная, 8. Это что? Штатная. Очень хорошо. Да. Нет. Нет у меня сейчас денег. А запугивать меня не надо. Не хотят ждать, пусть уезжают. Что? Заявление об уходе. Я проверила трещину в машинном зале свежая. Я вас предупреждала, что я не буду нести ответственность за ваше нарушение. Это ультиматум? Всего хорошего. Другую работу в своих плавнях не найдете. Пошли они к черту, ваши плавни, и вы вместе с ними. Ой, прости, Люд. Случилось-то что? А все? Чего не уехал-то? Понравилось у нас? Ага, не стало, что красиво. А, это да. Ну что, Леха, там они? Шуршат, ходят. Точно? Ага. Давай, зараз их. Так. Аккуратно только. Так, мужики, это полиция. Давайте, не шалите там. Я открываю. Не могу я так. Пошли сюда. Ну, серьезных повреждений вроде бы нет. Но мы все равно сделаем рентген. Угу. Так, Алексей. Терещенко. Терещенко. Место работы? Лейтенант полиции. Так романтично. Так это вы на особо опасном задании так пострадали? Ну, можно сказать и так. Да, от животного рецидивиста. Извините. Разберитесь, пожалуйста. Леш, я вот сейчас пришла домой. Бери Петю и иду сюда, на окраину. А какие-то фонари вынесли, вот там пошли по дороге завелись. Мой телевизор. Ой, вы знаете, я только что оттуда. Там Зинаиде показалось, что у нее лещей воруют на чердаке. Вот меня Петя отправил проверить. Навернулся с лестницы, спину повредил, сейчас в больнице. Чуть понимаете? Че? Тихо ты. Я говорю, я сейчас в больнице, спину повредил. А я говорю, живем? Тихо, я не слышу ничего. Ты где? В больнице. Спину повредил, за лещами лазил. За лещами? За какими лещами? За какими лещами? Слушай, ты приехать сможешь? Как врач скажет. Надо же их найти, во-первых. А во-вторых, вон, может быть, ночью придут еще. Да разберемся, Анатолий. Может, еще нас ограбят, не только ограбят. Найдем! Так всегда вы находите.
Может, вам больничный выписать? Нет, спасибо. Спасибо. Мась? Чего? Вот такая. А, угу. Понял. Направление на рентген. Спасибо. Мой телефон. Угу. Звоните, если что. Спасибо. До свидания. До свидания. Лейтенант Терещенко. Кристиночка, а ты чего не на работе? А я уволилась с работы, Геночка. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я же не знала, что ты здесь хозяйством занимаешься. И давно у вас это? Так у нас ничего не было. Ты просто все не так поняла. Да, ну хорошо, продолжайте. Не буду вам мешать. Утром верну, чтобы тебя здесь не было. Подожди, Кристина, ты все не так поняла. Что значит, чтобы меня не было? Кристина! Я где? Подожди, ну, просто сели, ну, чаю попили, мы поговорили, у нас правда ничего не было. Ну вот, у нас все прекрасно получается. Теперь я перееду к тебе. Да ты что? У нас же ничего не было. Подожди, ты все не так поняла. Я просто не хотела ее лишний раз травмировать. Вот и все. Ты мне врал. Я не врал, нет. Я просто не успел ей сказать. Если бы я знала, что так будет, я бы... Я бы никогда с тобой... Подожди, ты куда уходишь? Я же люблю тебя. Ты сначала с женой своей разберись, а потом уже в любви признавайся. Сережа зовут. Света. Алексей. Приятно. Меня. Че пьешь? Что я пью? Секс на пляже. Повтори. Секс на пляже. Ей повтори. Поехали ко мне. На пляж. А ты что это? Ай! Слышь, она со мной, понял? Спасибо, Серега. Разберемся. Давай, отдыхай. Ай да Терещенко! Ай да молодец! А ну давай, улыбайся, сделаем с тобой селфи. Давай, о! Это я Михаилу Юрьевичу отправлю, пусть тоже порадуется за своего протеже. А ты, слышь, ты так протрезвеешь, ты давай пиши рапорт на увольнение и вали отсюда на все четыре. Нам тут такие придурки не нужны. Помогите с отъездом, товарищ капитан. Чего? Терещенко, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Случилось. Че будем смотреть? Или первую помощь окажем? Пожалуйста. Марина Петровна, у тебя самое как дела? Идешь по прямой, там старые плавни. Ага. Там встретит тебя мой брат. Понял. Отдашь ему лодку. Все есть. Ну, Макарыч. Да. Вот. Ну, это много. Ты что, в самый раз? Спасибо. Ну, с Богом. Все. Смотри, там горное русло будет. Осторожно, а то пропадешь. Да разберемся.